Уже задумываетесь, что это за пирамида роскоши? Никакой интриги, друзья! Хрустящие доллары – главный приз нашего киберспортивного соревнования! Погнали! Финал будет феерическим! Сейчас на сцену выйдет чемпион чемпионов! Встречайте овациями! Мистер Аноним! Главное не показывать слабость. Готовы к сегодняшнему шоу? Спасибо за теплый прием! Держи краба, приятель! Ого! Секунду! Черкнете автограф на память, мистер Инкогнито? Тоже фанат? Без проблем. Поставишь у монитора. Круто! Считаете, выиграет юность или опыт? Да начнется ожесточенная битва! Соберись, Тейлор. Целая куча баксов на кону. Парочка кроссапов должна выручить. Ой-ой, мои дела плохи. Срочно нужно вейкапнуться. Что-то мне подсказывает, недолго нам наслаждаться поединком. Парень влип. Жесткое приземление. Но флешбой не намерен отступать. Превосходно справлюсь и одной рукой. Скукотища. Помогите же ему кто-нибудь, что ли. Давай, красный. У нас еще есть шанс на победу. У Тейлора действительно плачевная ситуация. Придется прислушаться к совету анонима. Давим его комбой. Ну, почти соскейпил. Неприятно, но мы в строю. Сдаваться не мой стиль. Эх, наверное, пора красиво закончить это побоище. Держись, очкозавр. Фаталити. Может, в следующем году повезет. И снова чемпионский титул зарабатывает неизвестный игрок. Поздравим его с заслуженным триумфом. Скорее хватай свою гору денежек. До новых встреч. Дополнительный миллиончик в мою коллекцию. Ладно, сжались. Рад был поиграть с тобой, чувак. Я уничтожен. Решил проявить доброту? Век не забуду. А пока человек-загадка вынужден вас покинуть. Адьос. О, флешбою вчера пришлось несладко. Не знаю, кто он, но этот парень не боится жестоких приемчиков. Настоящий профессионал. Проверим обстановку. Зачетно наказал. Путь заблокирован. Шпионишь? Чему быть, того не миновать. Для такого мастерства нужны годы тренировок. Джентльмены, продолжим заседание после математики. Куда прешь, зубрила? Здесь ходят только клевые пацаны, ясно? Вижу клевых, скажу. О-оу. Давно не виделись, Майк. Мне бы пройти, так неловко. Забыл об этикете? Чего не здороваешься со старым товарищем? Польщен вниманием, но у меня ценный груз. Ага, давай помогу освободить руки. Я и сам справлюсь. Не кипятись. Светлому уму нельзя перетруждаться. Тут столько лишнего. На выход непонятная штука. Отправляйся туда же. Да ты полон сюрпризов, ботаник. Запасся на 20 лет вперед. Теперь все правильно. Книги надо носить в рюкзаке, и руки не заняты. А-а-а, мои пальцы! Отпусти, все кости хрустят! Забавный же ты, четырёхглазый. Очень смешно. Ну, как будешь издеваться? Я думаю, ты не заслуживаешь такого обращения. Вот это поворот. Пора загрузить твои пожитки назад в портфель. Много у тебя интересных вещиц. У кое-кого сегодня праздник, оказывается. Мне жаль, но Джейсон умудрился испортить тортик. Не судьба с особенным ланчем. А он с моим любимым шоколадным кремом. Значит, обойдусь. Знаешь, не люблю несправедливость. Держи, Майк, приятного аппетита. Погоди-ка, ты что, отдаешь мне свой обед? Не ходить же тебе голодным в собственный день рождения. Увидимся. Ничего себе. Есть идейка. Рэй, можно тебя еще на минуту? В чем дело? Зайдешь в гости, отметить не с кем. Некультурно оставлять парня праздновать в одиночестве. Как раз планов нет. Хорошо придумал. Пойдем. Добро пожаловать в мою квартирку. Хочешь, проведу тебе маленькую экскурсию? Вот гостевая, живопись, камин 18 века. В общем, все как у людей. Я будто во дворце очутился. Ух ты, вокруг сплошные драгоценности. Дом, милый дом, так сказать. Разве в этих хоромах может жить бедолага-ботаник? Пожалуй, дальше поддерживать свой обман я не смогу. Да, на самом деле я не бедный, а совсем наоборот, видишь? Богач? Ой, извини, забываю о второй стороне. Вау, так ты миллиардер? У меня и горничная есть. Слежу за гигапорядком. Приветик. Здрасте. Откуда деньги, Майк?
Просто мои родители очень состоятельные. Кстати, угостись свежей выпечкой. Вкус Франции к вашим услугам. Только из духовки. Не успел проголодаться. Покажешь остальные комнаты? Прошу за мной, турист. А для чего тебе кабинет? Побежали в местечко полюбопытнее. Здесь я отдыхаю душой. Нравится? Собственный кинотеатр дома. Отпад. Заценим, что сегодня показывают. Эту справку точно я выписывал. Разобрать нереально. Еще одно расстройство желудка. Вижу, у вас серьезные симптомы. Бурлит в пузике. Спасите, док. Как тебе наушники? Давай заменим. Боюсь, долго не притяну. Следующая опция. Кажется, у меня проблемы и со стилем вдобавок. Унитазный аксессуар с тайником. Запомню на будущее. Вкуснятина. Немного остроты ощущений. Да я изобретатель. Не мучай так органы. Гадость. Как-нибудь выручишь пациента? Не помешало бы. Конфета моей молодости. Не понял. Попробую снова, раз на то пошло. Момент истины. О, неплохой леденец. До свидания, доктор. Это безопасно? Конечно. Сейчас впервые увидите своего малыша. Внимание на экран. Беспрецедентный случай. Поздравляю. У вас доллар. Слишком артхаусно. Да, разучились снимать качественное кино. Пойдем дальше. На очереди моя третья и главная гостиная. Всякие безделушки. Приставка? Сыграем хоть чуток. Умоляю. Я сегодня не в настроении. Ладно, уговорил. Приступаем. Выбирай своего персонажа, приятель. Мне сойдет, кто попало. От героя зависит мой успех. Возьму кого-то крутого. Вперед, нужно засетапить противника. Все бесполезно. Ну же, нападение. О, промочу горло. Заряд энергии лишним не бывает. Старается в поте лица, бедняга. Сопротивляйся, я в тебя верю. Настало время прекращать это детское баловство. Повеселились и хватит. Не оставим ему шанса. Печально, но игре конец. А я был так близок. Давай реванш. Ну, пожалуйста, Майки. Чего не сделаешь ради дружбы. Эх, он все еще беспомощен. Жаль, нельзя с Джейсоном так разобраться. На сей раз ты у меня попляшешь. Получай, Джаггл Атрея. Похоже, наш неудачник умеет учиться на предыдущих ошибках. Не грусти, зато у тебя упорный характер. Почти получилось. Был на волосок от победы. Может, последний разочек. Соглашайся, все равно делать нечего. Хорошо, неугомонный. Поехали. Немедленно атакуем. Практика пошла на пользу. Наконец-то достойный соперник. Ого, я начинаю выигрывать. Да! Что-то я разленился. Вступаем в схватку и добиваем инфинитом. Фиаско. Но где ты научился так играть? Пообещай, что никому не расскажешь. Точно. Зуб даю. Тогда следуй за мной. Очень загадочно. Подожди. Моя святая святых. Готов к открытиям. Еще бы. Веди в свою секретную комнату. Здесь я и провожу большинство свободного времени. Этот кабинет – мечта любого геймера. Wow. Не верю своим глазам. Можно посидеть в кресле? Конечно, не вопрос. Супер, действительно нет нагрузки на спину. Тут и дышать хочется аккуратно. Упс, что я сделал? Совсем забыл про турнир. Подтвердить участие. Так это парное соревнование. И что же мне делать? Станешь моим напарником? О, да я всегда готов. Но тебе не хватает важного штриха. Твой новый неразлучный атрибут. Вау, спасибо большое. А сейчас зададим им жару, братан. Команда в сборе. Обеспечим врагам идеальную фаталити. Скучали по сенсациям? Наш мистер Неизвестность снова победил в крупном кибертурнире. Но в этом ему помог таинственный напарник, пользователь 123. Именно он нанес решающий удар в состязании. Он уделал противника апперкотом. Вообще-то ударом ногой. Нет, я следил за турниром. Не знал, что проснуться известным так приятно. Помнишь, как я его припечатал? Посмотри повтор. Мощный апперкот. Ногой в развороте. Ох уж эти поклонники. Пойду разрешу их спор. Он обречен. Где враги? Кажется, чисто. О, приветик. Помните меня?
Я Рэй, один из самых богатых геймеров. Вот ты и попался. Приготовься попрощаться со своим ХП. Ох, что-то тут жарковато. Попалась. Ай, как же так? Я проиграла. Мой бластер всегда попадает в цель. Ой, что это там такое? Похоже, в темноте что-то есть. У меня нехорошее предчувствие. А, надо уносить ноги. Стой. Я тоже хочу с тобой сыграть. Что-то я уже наигрался. Даже тюрьма сейчас не кажется такой страшной. Фух. А для десерта всегда найдется время. Надеюсь, Хаги-Ваги уже отстал от меня. О, что-то интересненькое. Новый геймерский чемпионат? Участвовать можно только в парах. Лишний $1 000 000 мне не помешает. Вот ты и попался. Я могу стать твоим напарником. Сыграем вместе. Нет! Фух, эта игра слишком реалистична. О, так этот чемпионат действительно существует? Я не против поучаствовать. Только в этом мне понадобится помощь Лео. Интересно, чем он сейчас занят? Отлично, вот так. Продолжай в том же духе. О, Рэй. Приветик. У меня есть для тебя предложение на $1 000 000. Вряд ли ты меня удивишь. Скоро будет проходить турнир, и мне нужен напарник. Нет, бро, извини, но я сейчас очень занят. Ну, это отличная возможность напомнить миру о нашем кибервеличии. Меня ждут более важные дела. Могу себе это позволить. Так что пока. Даже мне порой нужен перерыв от игр. Да и Рэй вряд ли сильно обидится. Да как он так может? Ну что за подстава? Сэр, вы готовы? Да-да, можешь приступать к делу. Что-то я разнервничался. Мне надо расслабиться и хорошенько все обдумать. В прошлый раз мы с Лео выиграли целый $1 000 000. Я решил потратить их на оборудование и тренировки. Фух, тяжело. Зря я не заказал доставку. Но теперь мои усилия будут вознаграждены. С новыми девайсами и играми я смогу вывести свои умения на новый уровень. Хочу поскорее все распаковать. А вот Лео решил потратить деньги на другие вещи. Пятизвездочный отель, бассейн, лучи золотистого солнышка. Наконец-то отдых. Хаги-Ваги, оставь меня в покое. Пожалуй, сеанс окончен. Так это были руки массажистки. А я было испугался. Эх, а ведь вместе мы были непобедимы. Так нельзя. Мы с ним лучшие геймеры в мире, и мы должны снова объединиться. Рэй не собирается так легко сдаваться. Он намерен достучаться до лучшего друга. И неважно, сколько времени, усилий и листов бумаги ему понадобится для этого. Ведь цель оправдывает средства. Мне нужна твоя помощь. Надеюсь, я это все не зря делаю. И мы все-таки восстановим нашу команду. Фух, я даже немного устал. Надеюсь, в этот раз он не испугается. Блаженство. Ты пришла как раз вовремя. Слушай, Люси, а ты можешь мне помочь с кое-чем? За дополнительную плату, естественно. Ну как, справишься? Ну как я могу вам отказать? Супер, присаживайся. Ты меня очень выручила. Что бы я без тебя делал? Ну не зря же я богатый геймер. Что только не сделаешь ради покупки машины. Новые ролики оки-токи, как всегда, меня радуют. Повезло, что в отеле хороший Wi-Fi. О, а вот и мой любимый комбинезон. Новая система проветривания. Как же хорошо просто отдыхать и ничего не делать. Я к этому так долго стремился. Ну кто там еще? Я же специально повесил табличку «Не беспокоить». Как кто-то посмел прервать мой священный обряд ничего не делания? Что вам надо? Чего? Ох, кто и зачем прислал мне так много листовок? Мне нужна твоя помощь. Это точно от Рэя. Но я же ему сказал, что не хочу играть в компьютерные игры. И почему он этого не понимает? Если я его проигнорирую, он меня все равно в покое не оставит. Я ясно дам ему понять, что я не хочу в этом участвовать. Пусть мой ответ долетит до него. Ох, а противник оказался непрост. Заставил меня попотеть. Но я не собираюсь проигрывать. Остался последний шаг, и победа за мной. Бумажный самолетик? Серьезно? Нет, только не это. Я проиграл. Этому парню просто повезло. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Нет? Ну все, с меня хватит.
Я устал это терпеть. Раз ему все равно, то справлюсь и без него. Найду ему замену. Эй, ты не должен искать себе нового напарника. Все-таки Лео твой лучший друг. В какой-то степени ты прав, но... Эй, найди себе нового тиммейта. Дай Лео отдохнуть. Он это заслужил. Хм, отстаньте. Я уже и так все для себя решил. Так, надо выбрать красивый шрифт. Этот подойдет. В колледже точно найдутся люди, которых заинтересует это объявление. Привет, я ищу тиммейта для выигрыша в турнире. Сбор пройдет в спортзале в 3 часа дня. Хм, кому бы еще предложить? Я не шучу, рация издавала странные звуки. Ребят, я ищу напарника в свою команду. Так что если вы увлекаетесь компьютерными играми и хотите выиграть большие деньги, приходите в назначенное время в спортзал. А мы ищем этого парня. Ты его случайно не видел? Нет. Но если увижу, то обязательно позвоню по указанному номеру. Эй, Алекс, ты нас слышишь? Сэр, у меня есть для вас уникальное предложение. Если вас к тому времени выпустят, обязательно приходите. Хорошо. Интересно, как много желающих собралось. Я ожидал совсем не этого. Эй, моя рука! А здесь играет Poppy Playtime? Здравствуйте, я тоже по объявлению. Только скажите, кто такой тиммейт? Думаю, вы на его роль не очень подходите. Эй, а ты что здесь делаешь? Вообще-то у вас по расписанию в это время массаж. Я его на сегодня отменяю. Возьми себе выходной, что ли. О, а это кто такой? Эти нубы меня недооценивают. Я учился играть по книгам. Эй, можно потише? У меня вообще-то матч в самом разгаре. Ну, хоть что-то. Работай же, глупый ноутбук! Эй, парень, ты готов пойти ко мне в команду и победить со мной на чемпионате? Конечно, ведь я шикарно играю. Тогда по рукам? По рукам. Эй, а где твоя рука? Ты что, решил надо мной подшутить? Я вообще-то здесь. Прости, у меня просто проблемы со зрением. Кстати, я видел, как ты выиграл прошлогодний турнир. Что ж, спасибо. Нам с тобой пора идти тренироваться. Выход в другой стороне. Эй, я вообще-то тоже хорошо играю. Добро пожаловать в мою нескромную обитель. Поверить не могу, я дома у самого Рэя. Ага. Ну, что скажешь? Крутая у меня комната, правда? Рэй посвятил свою жизнь видеоиграм. И неудивительно, что теперь у него так много крутых примочек. Его комната – рай для любого геймера. Да, правда, я толком ничего не вижу, но цвета крутые. Окей, скоро начнется чемпионат, так что присаживайся. Класс, надеюсь, мой ноутбук меня не подведет. Стой, это ты его подвел. Ладно, я одолжу тебе свой, держи. Ух ты, спасибо, а где он? Да вот же. Это пранк такой? Нет, я его держу прямо перед тобой. Ой, неловко вышло. Ну, наконец-то. Давай уже начнем играть. Хорошо. Против нас будут играть сильные ребята, так что придется постараться. Не волнуйся, я тебя не подведу. Мы же теперь самая настоящая команда. Поехали. Хе-хе, им всем конец. Это далеко не первый чемпионат Рэя, но он, как всегда, сосредоточен. Чего не скажешь о его новом тиммейте. Очки! О, нет, мои очки! Эй, ты чего? Нам нельзя отвлекаться. Я ничего не вижу без своих очков. Я обязан их найти. Мне что, придется играть за двоих? Поторопись там. Куда же они упали? Рэй, ты их видишь? У тебя слишком большая комната. Я нигде не могу их нащупать. Ах! Похоже, Рэй успел прокачать новый скилл. Он играет сразу на двух компьютерах. Эй, что это с моими пальцами? Золотые кнопки? Мы победили! Ура! Не могу в это поверить! Мы справились! Мне эти очки моя бабушка подарила. Я не могу без них обойтись. Теперь из-за всех этих денег я точно их не найду. О, так вот где они. Я прозрел. Энтони, ты это слышал? Мы стали чемпионами! Подымайся скорее и тоже покажи большой палец. Ты ведь теперь звезда киберспорта. Класс, мама будет мной гордиться. Он победил в чемпионате в команде с каким-то ботаником? Теперь лучший геймер Рэй, а не я? Да как такое вообще возможно? Я это так просто не оставлю. Алло, Рэй? Кто это мне звонит? О, Лео, привет. Хочешь поздравить меня с победой? Я бросаю тебе вызов. Ведь все знают, что лучший геймер – это я.
и я готов это доказать. Я сейчас занят. Бывших тиммейтов Рея и Лео ждет битва за звание самого лучшего геймера в мире. И вот прямо перед решающим матчем они получили по коробке от таинственного спонсора. Кого из них ждет победа? Готовь салфетки, бро, ведь тебя ждет поражение. Ты же знаешь, что тебе меня не победить. Мое поражение ты увидишь разве что в своих мечтах. Надо подготовиться. Хе-хе-хе, пришло время использовать мое супероружие. Эта программа точно поможет мне выиграть. Вот же орк, у него то же самое. Я не должен отставать. Из-за чего эти помехи? Работай же! О, нет, мой компьютер завис. Мы тоже. Уведомление? Что? У меня на счету $0! Не может быть! Надо проверить и свой счет. О нет! Мы банкроты! Опять! Но как так вышло? Постой, я вижу знакомое лицо. Николь? Она тут при чем? Что она говорит? Я ничего не слышу. Аналогично. Эй, ты забыла включить микрофон. Мы тебя не слышим. Что? А, точно, спасибо. Я была очень занята, и все вылетело из головы. Так вот, это я у вас все украла. Эй, можно потише? Я вообще-то злодействую. Это мой фирменный смех. Знаешь, сколько я его репетировала? В общем, теперь все ваши деньги мои. Она все подстроила. Когда она оставит нас в покое? Почему судьба так жестока к нам? Что мы теперь будем делать без денег? Нет! Я не хочу снова становиться бедным. Это был самый тяжелый период в моей жизни, когда мы ничего не могли себе позволить. Мы часами ждали загрузки компьютера. Если ты есть, помоги нам, пожалуйста, или дай нам знак. Сейчас открою. Меня просили предупредить. Хотя бы маленькую подсказку. Ну что, он дал какой-то знак? Нет, молчит. Эх, жаль. Ой, нам же прислали какое-то письмо. Давай посмотрим, что внутри. Вдруг оно нам как-то поможет. Я в предвкушении. Если вы читаете это письмо, поздравляю, вы двое лучшие геймеры. Вы были избраны для тестирования самой новой и крутой игры в мире. Каждому тестеру мы заплатим по $10 миллионов. У-ху! Это наш шанс снова разбогатеть! Надо будет после работы заехать в магазин и купить себе новую золотую трость. О, мои гости уже здесь. Добро пожаловать. А у вас здесь круто. Знаю, спасибо. Меня зовут Рэй. А меня Лео. Мы получили письмо с приглашением. Ого, это же самые редкие модели геймпадов. Мечта каждого геймера. Таких в мире всего пара штук. В моем кабинете вы найдете самые редкие последние новинки техники. Например, этот VR-шлем нового поколения. Он будто из будущего. Можете даже его надеть. Правда? Не шутите? Вот это да! С помощью таких шлемов мы будем тестировать вашу игру? Если да, то это очень круто. Ну, почти. Эй, не трогай меня. Кстати, думаю, вам пора приступить к работе. Им наверняка понравится моя игра. Я даже немного волнуюсь. Поскорее бы начать. А там много режимов. Скоро вы все узнаете. Расслабьтесь, ведь вас ждет удивительный мир приключений. Вы готовы? Конечно. О, спасибо. Он так необычно выглядит. Вау! Мне почему-то даже немного щекотно. Ну что, тогда начнем. Я такого еще никогда не видел. Смотри, мы полностью переносимся в виртуальный мир. Желаю удачи. Она вам понадобится. Вау, вот мы и в игре. Все настолько реалистичное. Прямо как в настоящей жизни. Я бы остался тут на некоторое время. Тем более, если не надо платить налоги. Даже на ощупь виртуальное яблоко не отличить от обычного. Фу, запахи тоже очень реалистичны. Не смотри на меня так. Я сегодня мылся. Так, и что нам надо делать? О, это же мистер Андерсон. Соскучились? Здравствуйте. Приветствую в моей новой игре, где возможно все. Он не шутит. Может, мы даже сможем найти здесь себе девушек? Значит, прям все, что угодно. И внешность менять можем. Да, вы можете настроить персонажа так, как вам угодно. Класс. Это настоящий киберпанк.
Рэй, кажется, наши мечты сбываются. Давай сейчас посмотрим, какие настройки внешности здесь есть. Похоже, мистер Андерсон не соврал. Попробуем это. А что будет, если нажать сюда? О, впечатляет. Интересный образ. Вы выглядите чудесно. Спасибо. Очень приятно. Вы нам льстите. Ой, что это со мной? Кажется, ребята слишком вжились в образ. Эй, давай лучше вернем все как было. Фух, так-то лучше. Это было очень странно. Итак, ваша цель – набрать в игре максимальный уровень. А у нас сейчас какой? Всего лишь первый, мы же новички. Но у меня много опыта в играх подобного жанра. Только с чего бы начать? Может, спросим у него? О, я вижу, что вы ребята крутые. Давненько в нашем баре таких не встречал. Спасибо. А мы, оказывается, не такие уже лузеры. О, я вижу, что вы ребята крутые. Давненько в нашем баре таких не встречал. Эх, так он, значит, всего лишь NPC. Да ладно тебе. Маленький уровень не проблема. Мы все-таки скилловые геймеры. Пойду гляну, где тут респаун. Ой, аккуратнее. Не понял. Что ты только что мне сказал, нуб? Простите, сэр, я не знал. Тебе стоит поуважительнее относиться к старшим по левелу. Он все решает в этом мире, ты понял? Мне нужен новый квест. Хм, сразиться с драконом легко. Пронесло. Да ладно тебе. Думаю, просто парень такой грубый попался. Эй, ты мне дорогу преградил. Хм, так ты, значит, всего лишь первого уровня. Неудачник. Не то, что я. О, да. Я ничто по сравнению с таким крутым парнем, как ты. Так-то. Слабым здесь не место. Я начинаю понимать правила этого мира. Чтобы поднять уровень, вам надо выполнять квесты. Это уже понятно. Посмотрим, какие задания даются на начальных уровнях. Ваша цель – принести мне еще 2 яблока. Где нам их искать? Эти подойдут. Отлично. Вы выполнили квест. О, смотри, наши уровни повысились. А вот и главный босс, с которым ребята столкнулись в игре под названием «Жизнь». О, лузеры, вы тоже тут. Удивительно, что вас еще не съели медведи. Вообще-то мы собираемся победить и получить награду. С вашим-то уровнем? Вы серьезно? А вы смешные. Ты нас недооцениваешь. Эй, бармен, дай мне квест. Значит, мое задание – обезвредить главаря разбойников. Награда 10 миллионов? Это тебе не яблочки искать. Не расстраивайтесь. Когда она успела так прокачаться? Пока, лузеры. Ну и где этот лифт? Неловко. Я ведь хотела пафосно уйти. Ну же, открывайся. Ух, так надо. Это не смешно. Она в курсе, что здесь есть и лестница. Ладно, нам надо поторопиться. Мы должны быть первыми. Ух, вместе мы справимся, как и всегда. Привет, есть для нас работенка. У меня всегда есть квест для вас. В этот раз вы должны спасти котенка. Награда – 1000 долларов. Как-то не солидно, но зато легко, и мы быстро с этим справимся. Скорее, поможем бедному животному. Это его-то надо было спасать. Скорее нас спасать от него. Не думал, что когда-то начну бояться котят. Мы уже неплохо прокачались, но до уровня Николь нам еще далеко. Нам нужен квест. Ваш квест на сегодня – ограбьте банк. Награда – 10 миллионов долларов. Наконец-то что-то серьезное. И награда большая. Пойдем. Все чисто. Охранников не видно. Я закончил. Можем открывать. Денежки, ждите нас. Фух, я пойду первым. Здесь все равно никого нет. Нечего сторожить. Да и Лео надо помочь. Целый мешок с деньгами. Это успех. Квест был несложным. Я тут еще один мешок захвачу. Лео, эй, выпустите меня, пожалуйста. Я хочу в туалет. Упс, я забыл про Рэя. Я скоро его открою. Хей, мы закончили квест. И даже принесли больше положенного. А ты видел, какие у нас теперь классные образы? Ага, мы уже давно не низкоуровневые нубы. Почти 100.
Осталось совсем чуть-чуть, и мы победим и получим деньги. Не верится, что мы будем первыми. Но рано расслабляться, ведь их главный соперник, Николь, не собирается отставать. Она такого же левела, что и мы. Я выполнила все задания и вот-вот закончу игру. Мы не должны дать ей победить. Надо срочно что-то делать. Дай подумать, есть у меня одна идея. Надеюсь, что сработает. Держи. Спасибо, квест выполнен. Ну что, получилось? Мы сделали это. Ха, и кто из нас теперь неудачник? Что? О нет, я проиграла. Этого не может быть. Я же намного круче их. Получается, я зря прокачивалась? Ну ничего, я разработаю такой план мести, что им мало не покажется. Она такая смешная, когда злится. Пока-пока. Дай 5, бро.